В Московской областной думе состоялась торжественная церемония награждения победителей 12-го ежегодного конкурса «Лучший специалист в сфере муниципального самоуправления Московской области 2019». Первое место в основной номинации занял заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Каратаев. Михаил Владимирович работает в нашем округе с 2011 года. В настоящий момент занимается координацией органов администрации по вопросам ЖКХ.